कृपा बिंदु दिया कर हाय दासे jay radha madhava kunja bihari madhava radha madhava bihari

jasur nandana bhaj janaranjana jasur nandana janaranjana jasur nandana jamuna Yamuna tirabana chari tirabana Jaya Radha ma

jasur nanandan bhaj jan ranjana jasur nanandan bhaj jan ranjana jasur nanandan Yamuna thi heravan chari radha madhava kumja bihari jai Jai radha madhava

vijana-bhava-bhakri-vana-dari-raya vijana bhava dana bhaja jana ranjana yasur dana bhaja jana ranjana यमुुनचारी यमुुन तीराबनचारी जयवा गवा Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari

Welcome, this is the um, Sunday Feast Program. Here in... s, uh, PIRom, so, you all, you all know Hari Sari Prabhu. So, he told me this is his first time here. <laughs> <laughs> I think maybe this is my fourth time here. It's been many years, but I have done this program previously. Это уже четвертый раз для меня. Конечно, это разница в годах, то есть в разные годы. Я уже приходил сюда минимум четыре раза. So, of course, we're very Сегодня у нас с вами такой знаменательный день то, что Хари шаури Прабу принес свою книгу, которая рассказывает о последних шести неделях с Шилой Правопадай во Вриндаване. На английском. And he I'm here for a few days.

Однажды это случилось, когда он еще жил в Алачо, а это было 25 лет назад. Huh? We yes. и, и мы виделись в Новом Вриндаване и разговаривали там всего лишь несколько лет назад.

Нам вдвоем очень сильно повезло, потому что из нас двоих получается так, что мы служили Шили Прабхупаде в течение пяти лет. In mine. И, конечно же, мое служение ни в какое сравнение не идет с его служением. Он очень великое служение оказал. Just like I wrote one book. <laughs> Точно так же, как я написал всего одну книгу. I think this is Yes, so. А для вас это уже шестая книга, да? Шестая, да. So we're all very fortunate that he recorded all of this as well while he was with Prabhupada. И нам всем так повезло, что он все это записал, когда он был во время вместе с Шилой Прабхупадой. Мне задают вопрос, почему я не пишу больше? Я всегда валю все на него и говорю, а вот Хари Шаури на самом деле ему фору дали. Когда я был с Шилой Правопадой, нам приходилось переносить mm. с одного места на другое 10-килограммовый диктофон. Но за несколько лет технология так быстро поменялась. So nice Поэтому ему уже повезло, и у него был небольшой кассетный записывающий диктофон. И мне кажется, у него даже такая штучка была, что она автоматически начинала записывать, когда кто-то начинал говорить. Но суть заключается в том, что он был настолько умнее меня, он понимал, насколько важен каждое слово, все, что сделал Шрила Прабхупада. Мы все поняли, насколько важно было каждое слово, которое произнес Шрила Прабхупада. Но, конечно же, для этого нужен особого склада ум, чтобы понять, что все нужно записывать. И даже во времена Господа Читания они писали столько книг просто по памяти. which is another reason I haven't written very much, because memory has always been failing. So, I, books, so I saw in the text um, one of the things they said, because Kartik is just a few days away, we could talk mm -hmm. about Srila Prabhupada um, during Kartik, И я видел в вашем объявлении речь шла о Картике, и ведь через несколько дней начнется Картика, поэтому я хотел поговорить о Шиле Праупаде вместе с Картика. По моему великому везению, мне я стал слугой Шиле Праупаде в 1972 году на джанмаштами So just like this year, that was The beginning of September 1972, I became his personal servant. году я уже годовщину в начале сентября. Я стал его личным слугой в году. And that was in New Vrindavan. So from that time, Prabhupada was very aware that he wanted to be in Vrindavan for Kartik. С этого времени мы все уже четко знали, что Шилапраупада всегда хочет быть во Вриндаване во время картики, которая в тот год начиналась 15 октября 1972 К тому времени я жил в храме 16 месяцев. And I was 21 years old. 21 so I was very young, this devotee, very young person. Молодым, and absolutely no experience in how to serve anyone personally. What to speak of serving Srila Prabhupada. Что говорить уже о том, как служить Шири Прабхуде? В тот момент Киртанананда с вами представил меня Шири Прабхуде. Он сказал: Прабхуде, это Сврута Кирти, он будет твоим слугой. Он сказал: Прабхуде, он очень хороший повар, но он не знает, как массажировать. Он сказал, он очень хороший повар, но он не умеет делать массаж. Me, said, и Прабхупада посмотрел на меня и сказал, любой человек может массаж делать. Это было на самом деле неправда о Прабхупаде. Он был очень, очень точным во всем, что ему было нужно. Airplane flight. И на следующий же день я первый раз в жизни полетел в самолете. И мне были даны три наставления секретарем Шрила Прабхупады. К тому времени еще не было таких специальных средств по руководству. Now we have manuals. Trainings for everything. А сейчас у нас с вами есть учебники и занятия по всему, uh, чему угодно. Disciple courses, ученик, guru courses, да, гуру, ученик в Искон, seminars, семинары по джапе, бхакти-шастра, mm, теперь вас всему могут обучить. Но мне дали три вещи. Когда Прабхупада звонит в колокольчик, mm. ты приходишь. Шьяма Сундара мне сказал, когда когда Прабхупада летит в самолете, ты сидишь рядом с ним. Он сказал, когда Прабхупада сидит в машине, ты сидишь рядом с ним. Я думал, что я и я задумался, что я такого сделал, чтобы сидеть рядом с Шилой Прабхупадой. И я думал, что я делаю, когда я сижу следующим рядом с Шилой Прабхупадой. Что я должен делать? руку в

So I was in the room next door, which was his bedroom at that time. And I really had no idea what it meant to be his servant. And I was looking in his suitcase just to see what he had in his suitcase. It was very much a sannyasi suitcase. Это был реально чемоданчик саньяси. Два доти, две курты, свитер и гамча. И в этом чемодане также лежала его кастрюлька. I had no idea what that big brass thing was sitting in his я понятия не имел, что эта огромная кастрюля вообще делала в этом чемодане. Like Выглядела как бомба. Если бы вы сейчас попытались пролететь с такого рода кастрюлькой, вас бы в любом аэропорту останавливали много раз, показывая на это и говорили, это что такое? So I'm just looking through his suitcase and I hear the bell ring. Very first time my first bell ring. So I got up and I ran into the room, just next door, just right there. Я зашел в комнату, поклонился и сел перед ним ровно. Шила Праупада сидит на подушках, перед ним стоит стол, и перед столом я предложил свои поклоны. And I at him. I said, yes, я посмотрел на него и, естественно, сказал, да, Праупада? Я сказал, что я могу для вас сделать? Он сказал, ничего. Я просто хотел посмотреть, как быстро ты умеешь бегать. Первый раз, когда он позвонил в этот колокольчик, делая это, он настолько избавил меня от волнения, просто улыбнувшись мне и сказав так ласково.

I said, should I go now? <laughs> что, he said, okay. <laughs> he said, okay. <laughs> so I again I offered obeisances and I went back into the room. <laughs> so that was first experience. When he rings the bell, you go in the room. So I got that <laughs> correct. Итак, это был мой первый опыт и первое следование первому наставлению. Первое наставление было так: если Пропад звонит в колокольчик, ты приходишь сразу же. Так что можно поставить зачет. Я прошел. Итак, вторая инструкция также воплотилась в жизнь. Шили Пропаде нужно было ехать в аэропорт, и я сидел рядом с ним.

No saying anything. Вы знаете, бывает так, сидишь с кем-нибудь рядом, и они ничего не говорят, и происходит вот эта странная пауза. Но с Шилой Прабхупадой рядом не было такого странности, просто было трансцендентное молчание. Итак, мы доехали до аэропорта, Secretary arranged everything, got me my passport, got me a visa to India. Is all I had to do was answer the bell. That was servant's job. Секретарьшила Прапод всё для меня организовал. Мой паспорт, принёс мне визу в Индию. Всё. То есть моя работа заключалась только в том, чтобы когда звонит колокольчик, я появлялся. So now we get on the airplane. Prapad always sits at the window seat. Итак, мы заходим в самолет. Шилапраупадов всегда сидел возле окна. I sat next to him. Опять я сижу рядом с ним. Итак, третье наставление, которое мне дали. Шилапраупадов входит в самолет, ты сидишь рядом с ним. Я сел. So then plane takes off. We're in the air. Самолет взлетает, мы в воздухе. И Праупада смотрит на меня. И говорит мне, мы летим во Вриндаван на картику. Я никогда не был за пределами того места, где я родился в Соединенных Штатах. И я понятия не имел, что такое картика. But Prabhupada knew he was very eager, very happy to be going to Vrindavan for the whole month. He said, the entire month of Kartik. Знал, Vrindavan месяц, this would be the first time Prabhupada would spend the entire month of Kartik in Vrindavan since he left. Это будет первый раз, что он останется во Вриндаване на целый месяц с тех пор, как он покинул Вриндаван. 1965, first time since then. С 1965 года, когда он уехал, это будет первый раз. He said, he said, so class, said, nekt И он сказал, я буду давать лекции по нектару преданности. He said, and you, you will read from the book and sometimes I'll stop you and give comments. Книги, he said, yes, Prabhupada. Сказал, да, Prabhupada. Actually, that never happened. Prajumna did all of the... The Sanskrit editor, Prajumna, he did all of the reading and Prabhupada would give comments. На самом деле, это так со мной никогда и не случилось. Продюмно, его секретарь санскритский, он читал все время, и Шила Прабхупада давал комментарии. В следующие несколько недель Шила Прабхупада остановился в Далласе, в Техасе. Даллас, Техас, это место, где мы первую в Далласе, в Техасе, была наша первая Гурукула. И очень красивые божества Рада Кала И мы остановились там на три дня. И за эти три дня Шила Прабхупада научил меня, как правильно делать массаж. And also how to use this cooker. А также, как использовать эту бронзовую кастрюльку, которая называется «кукер». И обе эти вещи он мне объяснил на кухне, потому что он э, показывал мне, как делать массаж и принимал массаж на кухне, пока готовилось все это в кастрюльке этой многословной. So the first thing was the cooker. Of course, now we both have gumches on for Итак, massage. Первое, объяснил, массажу, гамчах, You've all seen pictures of Pravopad's cooker. Yes. So Pravopad was on the kitchen counter and he started cutting vegetables to put inside. Итак, Шилапраупада стоит uh, и режет овощи, чтобы положить вовнутрь. Me, said, the said, и uh, один из uh, отделений в этой кастрюльке было, где будет вариться рис. И он дал мне его и сказал, пойди помой рис. So, of course, I learned whatever cooking I knew, I learned from Kirtanananda Swami. Естественно, чтобы я умел делать в, на кухне, все это, я, всему этому я научился от Киртанананды Свами. One of his other names was Swami. Его еще называли Кичинананда вами то есть Ананда на кухне. So, him how to cook. Шила Пропада научил его, как готовить. So now Kirtanananda, he taught me how to cook in New а здесь Киртанананда научил меня, как готовить в новом врэндаванье. So, on Итак, Шилапровада стоит с одной стороны кухни и режет овощи. И я пошел в ту сторону, где была э, мойка, и начал наливать воду в это э, отделение этого, этой кастрюльки.

Я опять наливаю воду, опять его немножечко помешал, и я начал переворачивать, чтобы уже выливать воду. Says, Прабхупада на другой стороне э, кухни говорит мне: "Ты что делаешь?" Я мою рис, Прабхупада, три раза. Он сказал: достаточно." Он сказал, один раз достаточно. Это был первый из тех разов, когда я понял, что Шила Прабхупада понимает меня. we've learned over the years in Eastern Europe, in Russia, Germany, many как мы с вами наверняка видели в Западной Европе, в Германии и в других местах, где есть фанатичные преданные. I say I'm, I'm not я всегда говорю, что я фанатично не фанат. And knew that и Шила Прабхупада знал меня. И когда я был с ним за два года, так он с мной боролся. И когда я был с ним в течение двух лет, это то, как Шила Прабхупада со мной обращался. Book, proper, hands, hands, И если вы читали книгу Ямуны, Шила Прабхупада в самом начале все время ему говорил, помой руки, помой руки, помой руки. <laughs> Но со мной было так, один раз достаточно. Mm. Anyway,

и он потом перешел на одну сторону, потом на другую. Я подумал, вот здорово, он здесь, вот он и будет массаж делать. So said, и теперь он поклонился в тот же первый день и сказал: дорогой Шила Прабхупада, я уезжаю в Японию, до свидания. And my heart went... И мое сердце опустилось. I thought how am I going to massage Prabhupada? Как я буду массаж делать про упаде? No Но теперь у меня не было выбора, я должен был начать массаж. Итак, я горчичное масло налил и начал ему делать массаж с головы я понял сразу, массирую до тех пор, пока он даст, не даст мне разрешения перейти на другую часть. Мы ничего не делали без разрешения Шилупраупада. Однажды он позвал одного из своих секретарей в свою комнату. Это случилось прямо здесь, в Майяпуре, в его зале. One of his first disciples. One of his first, sannyasis. one of his first sannyasis. So he was his secretary for a long time. When Prabhupada rang the bell, I went in. He said, go get him. So we both came into Prabhupada's room together, offered obeisances, sat up. Мы вдвоем зашли в комнату Шрила Прабхупады, предложили свои поклоны и сели перед ним. Said, here here, Он посмотрел на него и сказал, «Так, ты булавку не передвигаешь вот отсюда да вот сюда, пока я тебе не скажу». В этом и заключался этот экстаз, быть рядом с шилой Прабхупадой. И в первый же день я массирую, массирую его ноги. Я понятия не имею, что я делаю. So like the back, I'm going like this. И на его спине я вот так тру его. И Правпада потянулся ко мне, схватил меня за ногу и говорит, вот так делай. И он начал массировать мою ногу, чтобы показать мне, как делать ему массаж. Когда мы говорим, что мы должны видеть себя глупцом в присутствии своего духовного учителя, я был настоящий придурок, мне даже прикидываться не надо было. I didn't know how to do anything. I thought I was very intelligent. Знал, как, ничего, том, делать, думал, so, then I prepared his lunch those days. Итак, and the first day, I made the chapati dough. И в первый же день я замесил на чипате so тесто, и, значит, мне нужно было их раскатать. No Но скалки не было. И Прабхупада сказал, «Я научу тебя, как делать чапати без скалки». И они будут даже лучше, чем со скалкой.

Pushed it flour. И опять взять другой шарик, его также обвалять в муке. И тогда вы берете и один шарик на другой кладете. и давите. Little flour, you, you start И вы продолжаете давить, давить и переворачиваете их с другой стороны. И у вас получается две совершенные чапати.

You were never more than ten meters away because you had to hear that bell ring. Вам That was the life of being servant. So I go into the room. Комнату, and the door was here, and Prabhupada's Vyasasana was right next to the door.

С этого дня буду называть тебя Шруто. До конца дня он меня так и звал Шруто. Но после этого больше никогда не делал этого. он посмотрел на меня и спросил: "А ты тоже немножечко ложишься отдохнуть после обеда?" Я испугался, думаю, Прабхупад, наверное, сомневается в моем сознании Кришны. Я сказал, нет, Прабхупад. I was trained Меня научил Киртанананда под его руководством. Мы практически не спали, максимум пять часов. В 70-е, единственное время, когда вы немножко могли отдохнуть или приснуть, было во время класса по Шримад-Бхагаватам. Именно на лекции, не у себя в комнате, а сидя на лекции. Он меня спросил, ты отдыхаешь после обеда? Я сказал, нет, нет, нет. Then he looked at me and he said I'm an old man. И тогда он взглянул на меня и сказал: я старый человек. He said and when you're old you can't sleep too much at any one time. И он сказал, что когда ты постареешь, ты не можешь долго спать в одно время. So sometimes I take a nap after lunch. Так что иногда я бывает ложусь на полчасика после обеда. Imagine, he said that to me. Можете себе представить, это он мне сказал. And I'm thinking, Who is this person? И я смотрю на него и думаю, это кто вообще? The humility that Prabhupada had was, was just overwhelming. Смирение, которое Шила Прабхупада проявлял, оно было настолько всепоглощающим. И на следующий день во время утренней прогулки. И солнце вставало, и было немножко прохладно, и Шила Прабхупада был закутан в чадр. и когда солнце уже встало, потеплело, Шила Прабхупада снял свой чадр. And he handed it to me. <laughs> and I grabbed it, and I'm trying to put it together. Чадр, but I didn't even know how to do that. Знал, didn't even know how to fold the chatter. And he's looking at me. And he grabbed it back. And he said, like this. And he, вот it, I saw just some time ago that a picture of Prabhupada and I holding that charter. It was the first picture I ever had with Srila Prabhupada, him showing me how to fold the charter. Это единственная, самая первая фотография, которая у меня есть рядом с Шилой Праупадой. И это фотография того, как он показывает мне, как складывать чадр. Но эти вещи случались, когда ты был прямо перед Шилой Праупадой. Одна из первых раз, когда я он спросил Я не мог Первый раз, когда я только увидел его, он спросил, как тебя зовут. Я даже этого не мог произнести. Said, и Киртанананда сказал, это Шрута Кирти, Прабхупада. Мы же знаем, что Кришна дает знания, забвения и память.

In his presence. И в тот же день, когда он объяснил мне, мне, что он отдыхает после обеда, показал мне, как сворачивать чаддер, я уже становил, мне уже было не так страшно в его присутствии. He was он был очень личностный. Say, is он всегда говорил, все вокруг, оно очень личное. И мы пошли из Далласа в Лос-Анджелес. После чего мы переместились из Далласа в Лос-Анджелес. И комнаты Шилу Прабхупады, туда нужно было подняться на одну лестницу, и мы называем это первым этажом. А на цоколе в это время там был большой холл. So one day, walking the stairs. И однажды Шиллопро подойдет по ступенькам, и я позади него. И он увидел, что чья-то джапа висит на ручке двери. And he stops and turns to me. И он остановился, повернулся ко мне. сказал, кто оставил свою на кто оставил бедную Джапу плакать на этой ручке? Crying. Плакать. Личностное, все очень личностное. И на следующий день идет он опять по ступенькам наверх. И он видит, что недалеко на столе стоит тарелка с просадом. Что он сказал? Думаете, Who's left this prasadam crying on the table? Prasad, Prabhupada teaching us personalism. Everything is personal. Shila Prabhupada тому, he would say things just for a few seconds and he would teach you how to see things properly. Он всего лишь несколько секунд говорил что-то, но это давало вам видение того, как правильно видеть вещи. Как увидеть Кришну во все? So so. Итак, мы оставались в Новой Дварке примерно на неделю. And then we went to После чего мы переместились на Гавайи и в этот э, приезд он оставался не в храме а оставался на в одном отеле который назывался илакай и преданные до сих пор приходят в этот отель илакай чтобы увидеть комнату в которой останавливался шелопроупада в so Шила Прабхупада создала столько тиртх по всему миру, столько святых мест. И, конечно же, я приготовил его обед, принес и поставил перед ним на стол. приготовил

Просто приходя к нему во время э, обеда, поднести ему немножко больше сабджи или принести ему чепати, бывало так, что 10 раз приходилось предлагать поклоны. Day, room, а бывало и так, что в течение дня мне приходилось предлагать минимум 50 раз мои поклоны, заходя туда-сюда.

Если он звонил в колокольчик, чтобы поругать тебя, he even wait for you to off он даже не ждал, пока ты закончишь предлагать поклоны. Пока твоя голова еще касается земли, он уже кричал на тебя. Sometime

И я забрал его тарелку, когда он закончил есть, и пошел обратно в комнату. Пять минут прошло после этого. И я слышу, звонит колокольчик. Захожу в комнату, предлагаю поклоны. «Почему ты не стол?» «Почему ты до сих пор не вытер со стола?» you call yourself a «Ты себя браманом называешь?» Don't you know, cleans after he takes «Ты что, не знаешь, браман убирает и вытирает после себя, после просада?» You're a «Ты млечха!» «Да, Прабхупад!» Я никогда не ругался с Шилой Прабхупадой. Я никогда не давал каких-то оправданий или uh, резонов. No Я научился, глядя на других, никогда нет хорошего оправдания. Never. Никогда. Okay. To maybe or Однажды мы летели с ним в самолете. Недолгий был перелет, по-моему, из Нью-Йорка в Чикаго, пару часов. So Потому что это был такой недолгий перелет, так много преданных пришло и полетело с нами. это был огромный джамбо-джет, большой самолет. 747. В то время это было 747. So many Такой огромный. В одном ряду три сиденья, пять сиденья, пять сиденья, еще три. И преданные, они знали, где будет сидеть Шила Прабхупада. So they all lined up. In the row where Prabhupada was, across the whole plane. It's 10 o'clock in the morning. And the, and the plane takes off. 10 minutes go by, half hour goes by. 10 прошло, прошло. Prabhupada's on this side, sitting by the window. Праупада от меня слева сидит возле окна. Right Я сижу рядом с ним. Right Всегда сижу рядом с ним, все время. Chanting, I, I и Праупада воспевает, и у меня тоже рука в моих четках. И Шила Праупада взглянул на весь ряд. И это то, что он видит. In the row, и весь ряд спит. Prabhupada looks at me. He said, "Why are they sleeping?" посмотрел на меня и говорит, почему они спят? What do you say? <laughs> что на это ответить? He said, "All the devotees are sleeping." Все преданные спят. Никто в этом самолете не спит, кроме преданных. He said, Very happily sleeping. Why? Он, он сказал, «Такие все счастливые, дрыхнут!» Почему? Он he said, he said, сказал, «Карми, пропада называл остальных людей Карми, он сказал, «Они все живые!» They all work very hard for their sex life. Not the devotees sleeping very nicely. Yes, probably. <laughs> so then we wound up in, I believe it was Bangkok. It wasn't Bangkok. Um, we were in Thailand. Again, Prabhupada was in a hotel for some days.: and for a few days we to a hotel. Prabhupada did not like hotel rooms.: <laughs> We were discussing. he would stay in his unfinished room, half finished before he would stay outside somewhere. Он мог остановиться в своей комнате, даже если она была в беспорядке, чем останавливаться в каком-то отеле. So now it was time. И настал вечер. И я сижу с Прабхупадой, с и с и другим. Он был в комнате. Я шила Сида Сваруб. Yes. Еще один таким бандитом выглядит по бандитски. Right Забыл, как зовут. Anyway, его. he was 1972. He had tattoos all over his... И представляете, это 72 год, а у него уже yeah. татуировки везде. Судама yeah. Випра. <laughs> его звали. We all were a little afraid of Sudama Vipra. Мы все немножко побаивались Судама Випру anyway, Prabhupada looks at me, he said, I want hot milk. Шила Пропадна на меня посмотрела и говорит, хочу горячего молока. So I had no kitchen, anything. We're in a hotel. Нету кухни, нету ничего. Мы в гостинице. And of course, I'm wearing dodi, kurta, shaved head, И, конечно же, я в тхоте, в курте, с обритой головой, с 1972, in Thailand. 1972 год, Таиланд. So I go down the elevator, find out where big big hotel kitchen is. And I try to go in to make this hot milk. And of course, they're all speaking to me in foreign language. Can't come in. Can't come in. Понятно, мы говорим на разных языках, но и мне было понятно, они сказали, ты не можешь войти. So after a few I go with Через несколько минут я поднимаюсь наверх с пустыми руками. И Шила Прабхупада смотрит на меня и говорит, а молоко горячее где? Я ему говорю, Шила Прабхупада, они меня на кухню не пустили. Судама -випра, he said, I'll get it, Судама Випра поднимается и говорит, «Сейчас я вам достану шила-правопада». Hey, he <laughs> Через пять минут заходит обратно с uh, чашкой горячего молока. Поставил это на стол перед шилой-правопадой. шила Прабхупада улыбается. Судама Випра говорит, Prabhupada, sometimes иногда нужно использовать силу убеждения. little yes, <laughs> смотрит на него и говорит: да. Шрила Пропада нужно использовать силу убеждения. Шрута да. Пропада смотрит на него и говорит: да. Шрута Кирти, он недостаточно серьезно выглядит. мог в один сделать вас, чтобы вы почувствовали себя таким малюсеньким. Вы прям чувствовали, все, пойду сейчас на крышу и спрыгну. Но вы собирали себя в кучу. И однажды я массажирую шелу Правопаду перед обедом.

И Шила Прабхупада одел кольцо на себя, смотрит на него. И он видит эту коробочку, берет в руки открывает. Burjana, says, И смотря на Буриджана, спрашивает его, а это что? Says, oh, а, Прабхупад, это коробочка для того, чтобы туда чандан положить. говорит, нет, это для нет, это коробочка для каджала. И Буриджан говорит, нет, Шилаправапада, это коробочка для тилаки, вы туда чандан кладете. Говорит, нет, это для каджала. Поэтому никогда не припирайтесь с Шилой Прабхупадой. эта коробочка на самом деле была для Каджала. Прабхупада все знал. И вы помните, да, мы по пути во Вриндаван, Шила Прабхупада едет туда, на Картику. Это был один из первых больших фестивалей в Индии, в это был один из наших первых фестивалей, больших фестивалей в Индии, во Вриндаване. В 1972 году там было вот столько преданных, как сейчас здесь, 40. И это был большой фестиваль. Он хотел показать им его вестернские вайшнавы. И Шила Правопада хотел показать всем госвами Вриндавана, всем этим кастовым браманам, что это мои ученики Запада. Mm. That he had что он создал нас. Но по пути туда он сказал Буриджане, мои духовные братья критикуют меня. Потому что я позволил женщинам войти в храм. Он говорит, об этом это было неслыханно. но когда я приехал в вашу страну, я внимательно изучал американцев. Он сказал, я видел мужчин и женщин, всегда смешивались. Я видел столько женщин, они постоянно смешивают по, 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 разные полы, всегда постоянно вместе. He said, so I made that one Итак, я принял решение и, значит, изменил ситуацию вот один раз. из за этого небольшого изменения мы теперь успешны He said, and my God brothers.

And then Prabhupada said, that requires a little intelligence. So I think it's already almost two o'clock. You, you have all the time you need, but, Harishauri Prabhu, you regulate who, who speaks as long as you want. <laughs> I think you should start. Whatever...

Я также расскажу несколько историй о моих путешествиях с Шилой Пропадой. Когда я путешествовал с Шилой Прабхупадой по всему миру, это всегда было такое приключение. Because a lot established during Shura Kirti Uh, time as a personal servant. Очень много правил было установлено в то время, когда Шрута Кирти Прабу служил личным слугой Шилы Прабхупада. Yeah, kind of like you know, Прежде чем вы стали его слугой, я не думаю, что было четко все расписано, в какое время и как что-то делать. So a lot of what I learned as a servant that was established by Shrutakeerti Prabhu. Всё чему я научился, как быть слугой, было рассказано Шрутакерти Прабху. I read somewhere actually the other day where a couple of devotees said that Prabhupada never traveled first class. Я слышал от нескольких преданных, что Шрила Прабхапада никогда не летал первым классом. But when I was on the party, we only travelled first class if it was available. No, когда я присоединился, мы всегда летали первым если была возможность купить Yeah, of course that was in 1976. Конечно, уже было в 1976 Up until that point, Prabhupada's health had kind of held up reasonably well. до того момента э, здоровье Шилы Прабхупады, оно еще держалось в хорошей форме. At least when Prabhupada, но Шрутакирти Прабу был его слугой до 1975 года. У Шилы Прабхупады были серьезные физические проблемы к тому времени, когда я присоединился. So party, difficulties, difficulties когда я присоединился к служению, эти физические проблемы, они уже начали очень сильно проявляться. Um, I was listening to I forget who he we was speaking to. But uh Prabhupada said that from 1965 onwards I was never healthy. I was always ill. So 65. That means just when Prabhupada began. You know, his main work in establishing ISCON, and when there was an increasing demand from that, you know, point that he established ISCON. From that point on he was always ill. <laughs> Just like with the um, first trip out on the Jaladuta. Mm -hmm. Точно так же, как это началось с его первого путешествия на Джаладуте. Yeah. Мы знаем с вами, что у него были две, два массивных инфаркта на Джаладуте. Third time, third running, И он написал в своем дневнике, что если это случится в третий раз, скорее всего, я этого не переживу. И он сказал, что так уж случилось, что третий э, инфаркт у него не случился, и он был отодвинут по времени. That, that were, a, due, Интересно, как Шилапрапада отозвался об этом. Он сказал, это точно должно было случиться, просто это отложилось во времени. And he told us that и он сказал что вместо того чтобы испытать третий приступ ему приснился сон что Кришна в своих множественных многоликих формах сам значит гриб весла на этой на этом на этой лодке And Prabhupada understood from that dream that Krishna had taken charge of the boat. Krishna, Shila Krishna тем, and he passed that third night peacefully. Yeah, then of course, the other thing that we don't normally, uh, it's not normally mentioned, we all know about the Two heart, heart attacks but he mentions in his diary that he was also seasick very uh, badly seasick for uh, at least what about a week or 10 days in his diary there в своём дневнике он также отмечает помимо того что у него были эти два инфаркта он очень сильно болел морской болезнью порядка недели даже 10 дней Это еще одна вещь, что когда Шила Прапада путешествовал, его очень сильно укачивала. Yeah, we um, uh, um, Я помню, что когда мы поехали uh, в горы, uh, одна из таких... Um, мест Just, возле Пунки. Пунга. Пурна. 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 А, окей, Пурна. Возле Пурны находится. So Prabhupada to offer to Iskon. Шилу Прабхупаду пригласили туда, так как один из наших попечителей хотел пожертвовать землю для Искона. We flew down to, from Bombay, we flew to Pune. And then we had a three hour drive going up the side of the hills constantly. The car was going this way, then that way, then this way. I could see Prabhupada was getting very uncomfortable. Заметил, Somehow or another, we got to the top, though, without real incident. До then we spent one night there. And the, uh, the life member, uh, what was his name? Uh, they own Wakefield food, food Industries, very rich man. И один из наших попечителей забыл я, как его зовут. Он управляет uh, индустрией питательной пищ, пищ, yeah, пищевой пищевой индустрией. So, И когда мы с uh, Шилепропада добрались туда uh, на эту гору? As и Шила Прабхупада тогда, я его массировал снаружи, на воздухе. Это было очень красивое место, и с этой горы внизу расцвелался красивый вид на долину. И Шила Uh, так вдохновился и сказал, "Хорошо, мы останемся здесь на три дня". So he had his massage, he took his lunch. И там uh, шила Прабхупада получал свой массаж, а также обедал. Там на самом деле были эти три брата и были они там вместе с женами. So they wanted naturally, this is India, they wanted to cook. И естественным образом, это же Индия, женщины хотели готовить для Шилы Прабхупады. So allowed it, И Шила Прабхупада им позволил. But he wasn't feeling very, very, uh, happy with it afterwards. Но, к сожалению, после еды он не очень хорошо и не очень счастлив был из-за такого yeah. из поворота. It's quite heavy food. And Prabhupada actually, when he took prasadam, he liked to еда была очень жирная и тяжелая и обычно шила Прабхупада, когда он принимал просад он любил есть один ему не нравилось чтобы его отвлекали во время принятия просада вы наверное видели фотографии где шила Прабхупада принимает просад. He always faced the wall. Он всегда смотрит в стену. Yeah, we like to sit and see everything that's going on. Prabhupada was the opposite. He liked to sit facing the wall. Нам с вами нравится, наоборот сидеть, кушать и на все вокруг. Смотреть. А наоборот, смотрел в стену. So anyway, if he had to eat something, if he was with some important guests or life members, sometimes he felt obliged to eat with them. Иногда бывало так, что вместе с попечителями или с какими-то дорогими костями он был вынужден есть вместе с ними. И он это делал. Но это было серьезной проблемой, потому что его пищеварительная система не очень хорошо работала уже в это время. Anyway, но вся семья была так счастлива, что она останется, шла пропада с ними на три дня. So, lunch после обеда он прилег отдохнуть, это была его привычка. Обычно он ел, после чего 15-20 минут он повторял джапу. Or if there was some important person or one of the temple managers, he might talk with them for a short while. In help, people, like he but he would always give himself between stopping eating and going to take a little rest, he would give a break of about 15 or 20 minutes. Но он всегда, прежде чем лечь, давал себе минут 15-20, чтобы его переваривание просада началось, прежде чем он ляжет отдохнуть. И потом он ложился ненадолго и отдыхал в течение часа. После полуденного отдыха... К тому времени это было в районе четырех. И uh, эти попечители сказали шили Праупаде, что после обеда, мы после этого, после вашего отдыха, мы проедемся примерно 10 километров, чтобы там закупки сделать. But by that time the... It was yet a little dark. Но к тому времени солнце уже начало заходить за горизонт и становилось темнело. И уже немножечко спускался такой вечерний туман, не совсем дождь, но немножечко влажно. So, и Шила Прабхупада отказался и сказал, я лучше дома останусь. So brother, и брат этого йоги, он был uh, последователем Раджнеша. И он был одним из самых uh, um, таких высокопоставленных менеджеров в пуне этого ашрама So in those days the Rajneesh people uh, they used to wear orange, all orange. В те времена люди, которые принадлежали к этому культу Раджнеша, они все одевали оранжевые одежды. For a short while around the world he was well known and his followers were called the orange people. В то время, на какое-то незначительное время его очень хорошо знали по всему миру, и его последователей называли оранжевые люди. Я забыл, как звали младшего брата. Но в то время он и его жена оба были в таких оранжевых одеждах. И когда первый раз утром мы прилетели из Бомбея в Пуне, мы принимали просад у них дома, прежде чем мы поехали три часа по этой извилистой дороге. Finished. We, we sat down they got this huge table that could seat about 25 people. so we were going to have breakfast and then after that we were going off to the hill station so Prabhupada finished a little earlier than everybody else. И Шила Прабхупада закончил раньше всех. И он вышел во внутренний дворик, чтобы посидеть немножко. Yeah. There, in У них даже был бассейн. Я раньше в Индии этого никогда не видел. So, that was another thing that he enjoyed was sitting next to any uh, like small pond or any uh, what do you call it uh, not not a lake anywhere anyway, wherever there was some body of water Prabhupada is... I'd like to sit next to that. it was very soothing. Это была еще одна вещь, которую Шила Прабхупада очень любил. Где бы ни было небольшое озерцо или что там какая-то небольшая кунда, он любил посидеть рядом. Для него это было очень успокаивающе. So, as we were there, then the Ma talk и когда мы присели с Шилопрабпадой, этот младший брат Малхотра, они, он с женой подошел туда, потому что он был очень заинтересован и решил поговорить с Шилопрабпадой. So, um, like и Шилопрабпада задал им вопрос: "А почему вы одеты в оранжевое?" So they they, um, they explained that in

И один из этих э, э, людей, он объяснил Шили Прабхупаде, мы одеваем оранжевые одежды, потому что мы все нео-саньяси. So, I'm a sanyasi. Я саньяси. This is my friend, he's a sanyasi. Мой друг рядом, он тоже саньяси. This is my wife, she's a sanyasi. Моя жена, она тоже саньяси. <laughs> The Prabhupada was laughing. И Прабхупада рассмеялся. So now, a few months later, we're at the Malhotras, and the younger Malhotra, he's a neo Sanyasi. and Итак, his wife's a Sannyasi. So рядом. Prabhupada very nicely explained that there's no such thing as Neo-Sannyasi. И Прабхупада очень э, э, спокойно объяснил им, что нет такого, такой вещи, как неосаньяса, yeah, что вы должны следовать тому, что показывают нам священные писания, вы не можете следовать чему-то просто воображенному. So, Bauddhak, kutichak, um, Paribhraja Kacharya, and Paramahamsa. And These on, are stages of sannyas. he explained that there are different, uh, that there are different levels of Bahudaha, Bahudaka, and so on. So they were interested, they asked some nice questions. Prabhupada they... decided to show them a little mercy. Они были очень заинтересованы и, шила, и решили задать несколько вопросов. И Шила Праупада решил, про, решил проявить им милость. So, while, go. into, think, cars, и через несколько минут все остальные члены семьи подтянулись и были готовы, и мы уехали в горы. So at Mah The family members all went to the main town. И после обеда все члены семьи поехали там в городишку, которая была поблизости. Но Шила Прабхупада отказался. Вот Гопал Кришна Махарадж Кришна в тот момент находился там, Гири Радж был там, и uh, еще один прабу из Бомбея.

Ему всегда нравилось проповедовать сознание Кришны, когда бы у него не появилась такая возможность. So man, down, и он пригласил этого человека, сказал, приходи, присаживайся, давай поговорим. So bit и,

Этому человеку очень повезло, потому что Шила Прабхупада постепенно, постепенно заставил его признать, что тот процесс, которому он следует, он полностью uh, несостоятельный. И он на самом деле вывел этого человека к пониманию, и он признал, что Раджниш, он просто обманщик. In the evening they came back the rest of the family. Вечером, приехала, again we had to sit with them at the table and eat what the ladies had cooked. Столом, uh, and then about 10 o'clock they all took rest. So I set up propped up stick to phone in one of the bedrooms. I me poselili spady ryadom s pravopadoy v odnoy iz gostevykh spalen. Giriraj Gopal and Haridas they took they were occupying another room. Giriraj Gopal i Haridas oni vse ostanovilis v drugoy And Of course we went to sleep pravapad sat down and started doing his bhagavatam Когда мы все легли спать, конечно же, Шиллапрао подосел и начал переводить свой бхагаватам. So ранним утром на следующий день, в районе пяти, я услышал звук колокольчика. Шрудакеси To hear an buzzer. к тому времени мы уже перешли к электронному зв звонку. Шрутакирти все время показывала это движение, как он звонит в колокольчик. К тому времени у меня уже был базар. So, Итак, шила Пропада нажал кнопку и... We totally devotees, they, they the и эти преданные, другие, которые лежали в соседней комнате, они вообще ничего не слышали, они были настолько уставшие. Я услышал только потому, что я уже был натренированный, что когда ты слышишь этот звук, ты должен подскочить. Я зашел в комнату Шилы Прабхупады. Предложил мои поклоны. Шила правопада сидел там, с, так сказать, с серьезным выражением лица. А в соседней комнате рядом с нами спали вот эти малхотры. И вы могли слышать их очень громко. И можно было слышать их громкий храп. Like this. И Шилапрапада, когда я сел, сказал мне, и что, вы заразились, и теперь все такие, как они. А я слышал, как эти малхотры храпели. So I thought,

And my brain was as dull as anything anyway from a deep sleep. Мозг, того, so I said, Well, I don't think we'd become as infected as that. Сказал, думаю, so, Prabhupada was very mild, but he said, No, I mean to say, you should have gotten up at four o'clock and had mongolarity. И Шила Прабхупада, глядя на меня, он был так мягок со мной, и он сказал, «Вы должны были встать в 4 часа и провести Мангаларати». Like Но всего лишь один день вы поели вместе с кармой, и вы заражены таким образом. So said, up, он сказал, «Пакуй вещи, мы уезжаем». So that was it. We, I got the others up, everybody had their bath, we packed up. By about 7 o'clock, we were ready to leave. <inaudible> and uh, they had woken up the family. <inaudible> so naturally, they were disappointed. Prabhupada wasn't going to stay for the three days that he originally said. Конечно, они были разочарованы, что Шилаправупада не останется на три дня, как он обещал. Really so, Но Шилаправупада чувствовал себя очень неуютно быть в таких тесных, в, в тесном месте с ними. And was also not well. И он также неважно себя чувствовал. So we explained to Прабхат told us what to do. He said, you just explain very nicely. Прабхат is not feeling very well. He'd like to stay, but it's not possible. So we want to return to Bombay. И он объяснил нам, как мы должны разговаривать с ними, что мы очень хорошо и культурно должны им объяснить, что Прабхупада неважно себя чувствует. Он очень бы хотел остаться, но мы вынуждены вернуться в Бомбей. Вы должны объяснить им таким образом, чтобы их это сильно не задело. We back, you know, Итак, мы uh, должны были преодолеть в ближайшие три часа эту извилистую дорогу. Теперь спускаясь вниз. И мы вынуждены были спуститься вниз и опять остановиться в доме этих попечителей и принять с ними просад. Но если ты спускаешься по южной стороне горы, тебя это приводит прямо в Пуне. Если ты спускаешься по южной стороне горы, но если ты спускался с этой горы с северной стороны, то ты спускался в долину, и там были открытые поля и дорога ведущая в Бомбей. So, Шила Праупада не хотел снова оказаться с ними за завтраком, и он выбрал другой путь. So the Malhotras agreed to lend us their vehicle, an ambassador car, and we set off about 7:30, something like that. которой приехали, была по пути And it was about a six-hour drive, so it was, you know, no small thing. И это буквально было приблизительно 6 часов езды. Не такая уж маленькая дорога. So we took a short walk. There's a lake in Mahabalashwa. So we took a walk around the lake with the Malhotras. And then after that we said goodbye and we set off to go down on the northern side and back to Bombay. Итак, это было небольшое, там на этой земле располагалось небольшое озеро. Мы обошли его вокруг, и после чего мы попрощались с Малхотрами и поехали обратно в Бомбей. So within a short period of time, we hit this stretch of road. took us about one and a half hours constantly, every 50 meters, doubling back, doubling back, gradually going down the mountainside. И приблизительно через час мы столкнулись с очень извилистым участком дороги, который продолжался в течение полутора часов, чтобы спуститься с этой горы. And dizzy, and he got this и Шила Прабхападу начало сразу же тошнить и укачивало. So и через полчаса нам пришлось остановиться. И как только мы остановились, Шила Пропада открыл дверь и его вырвала. Yeah, so Это была огромная проблема, и я понял, что я совершил ошибку. Car, us, я все упаковал, что у нас было, но я забыл взять с собой воду.

И в течение всей дороги не было ни одной машины, которая бы ехала навстречу нам или обогнала нас. On the road. И когда я уже с ума сходила от волнения, вдруг вырулила машина. And, um, side, so они увидели, что мы остановились, и они остановились рядом.

И, наконец-то, мы спустились с горы, и теперь дорога стала прямой. И через какое-то время мы увидели вдалеке деревню, через которую мы будем проезжать. So, told us, Stop the car. И Шилапрабхупада сказал водителю, и он вокруг, там было четыре или пять разных продавцов, Мури, и он послал Гирираджа пойти и найти мури. Там было четыре или пять небольших таких мест, где принимают пищу, чтобы он нашел ему мури. Это вздутый рис. И Шила Шилапраупада пробовал понемножку со всех этих маленьких забегаловок, чтобы выяснить, какое из мури самое свежее. So we got a big bag full of muri. And off we went. And I was kind of surprised. Prabhupada was eating this muri. And he just thrown up twice up on the hills there. So I couldn't figure it out. I, I kind of, Prabhupada saw that I was surprised that he was eating. И uh, Шрила Прабхупада заметил, что я удивлен, что он ест после такого. I I well. you know, я думаю, что я даже ему сказал, как вы можете есть, разве вы не чувствуете себя плохо? So, said, no. said, so innocent, Но Шрила сказал, мури, оно настолько невинное, его можно есть в любое время. Had these unique ways of using certain words. У Шилы Прабхупады была эта уникальная способность the слова использовать is, интересным образом. Is innocent. Как, например, что «Мури» — оно настолько невинное. Travel before we got back to Bombay. Нам заняло еще четыре часа, прежде чем мы добрались до Бомбея. And in Bombay they were always in the habit that whenever Prabhupada arrived there, then they would immediately have a Guru Puja. They uh -huh. wash wash Prabhupada's feet, then they do Guru Puja. Guru puja and the so we arrived back, I think about two thirty in the afternoon. Я думаю, что мы прибыли туда в районе 230 после полудня. И сразу же, когда машина Шилы Прабхупады въехала на наш на территории нашей собственности на берегу Джуху, сразу же там был Киртан, уже его встречали.

And they were all occupied by tenants. И они все были заняты людьми, которые там снимали квартиры. Было очень-очень тяжело выселить уже существующего арендатора из такого здания. Что Шила Праупада решила сделать? Он надстроил третий этаж над каждым из этих зданий. So we arrived. We went up onto the top floor where Praupad's quarters were. Итак мы прибыли и поднялись на третий этаж, где были квартиры, где был расквартирован шилопраупада. All the devotees crowded into Praupad's room. Все преданные они толпой завалили в комнату шилопраупада. They brought the arati paraphernalia to do guru puja. Они принесли с собой paraphernalia для арати проводить гуру пуджу. And Praupad didn't say anything. He sat down and they were just about to begin the arati. but in light of what had happened, you know, coming back uh, in the car there, and i could, i was observing shila Prabhupada, he didn't say, no, i need to rest or anything. he was just going to sit down, allow them to do the arati, uh, and then after that, he would take his massage, etc. Я смотрел на Шилу Прабхупаду и наблюдала за тем, что он не сказал ни слова, что мне нужно отдохнуть, учитывая то, что случилось по дороге. Он просто молча позволил им сделать арати, и после этого он отдых... лег отдыхать. Out, Но я видел, насколько уставшим он был. Я so Дважды в своей жизни я сделал что-то, не посоветовавшись, не посоветовавшись с Шилой Провпаде. Это один из таких случаев. Я поднялся и я сказал Шилу Провпаде, только что было очень тяжелое путешествие. Вам всем нужно уйти. Я поднял этот поднос с парфернальями, сунул его кому-то в руки и пытался их вытолкать. Devotees were not happy. Так много преданных не были тому счастливы. Несмотря на то, что они не так громко, но они протестовали и надеялись, что Шила Прабхупада скажет, «Нет, нет, дайте им возможность сделать Аратия». Но Прабхупада ничего не сказал. So я понял из этого момента, что он был счастлив, что я всех прогнал. Yeah, он был очень слаб. И um, immediately. He some when left. И сразу же на его лице отразилось uh, состояние расслабленности, когда все ушли. And it was time for his И наступило время для его массажа. Days, В том месте, где мы были, был небольшой такой балкончик, который выходил прямо из его спальни. So Prabhupada put his gumsher on, came out, sat on the balcony there. I put my gumsher on and went out, started massaging him. And Prabhupada said, Just see. He said, I was punished immediately for eating with the Karmis. Eating what? It was, that Prabhupada said, Just see. Окей. Okay. Шила Прабхупада сказал, вот видишь, я немедленно получил наказание <laughs> за то, что я ел вместе с корми. So, <laughs> я хочу еще несколько слов добавить о своей новой книге я ее написал она называется домой обратно во вриндаван Шилы Прабхупада, его uh, последняя лила. Это основано на моих воспоминаниях, которые я записал в своем дневнике в октябре и ноябре 1977 года. Yeah. I had, um, Earlier in the year when I left Prabhupada's party in mid-March of 77. There were various reasons why. But basically the main thing was that I understood that my tenure as Prabhupada's servant was up. Um, основной причиной было то, что я понял, что мое служение как uh, слуги Шилапраупады оно закончилось. Я помню, что я написал в своем дневнике, что я уже видел, что эта проповедническая лила Шилапраупады подходила к концу. So, Prabhupada, I discussed it with him. He was, he was, uh, one of the reasons what I, that I gave also was that I felt that I was getting a little stale in my uh, rendering of my service. Один, одна из причин, которую я указал Шили Прабхупаде, это то, что я немножечко уже был таким залезав, залежавшимся, застоявшимся в своем служении. Я обсудил это с Шили Прабхупадой. И я сказал ему, что я не хочу совершать оскорбления. So like и, он, и я хочу ненадолго прервать мое служение. So, That I don't want to commit any offenses. He immediately said yes. Very good. He was happy that I was aware enough of myself, and my own state of consciousness, that I wanted to make sure that I didn't commit any, you know, neglectful uh, rendering of the service. Он был счастлив, что я был настолько как бы сознающим, что происходит в моем уме, что я понимал и не хотел совершать никаких оскорблений. So I left party. Итак, я оставил ближайшее окружение Шилы he sent me back to Он послал меня обратно в Австралию. В он сделал ГБС. И сразу же на следующий месяц он взял меня в GBC. И the uh, через месяц после этого уже наступил май. Шилапрапад вернулся из Ришикеша. И мы уже получили известие о том, что он решил оставить свое тело. So the GBC were all GBC, GBC. И тогда всех GPC позвали во Вриндаван. So uh, well, И тогда же Шила Проупада написал свое завещание. И к, к маю, к концу мая, Шила Праупада uh, стал вдруг поправляться. All the GBCs left went back to their zones. GBC I decided to stay around in Brindavan for another week or two. And I booked in with Tamal Krishna Maharaj to be Prabhupada's visiting GBC secretary for the month of October. И я тогда э, попросил Тамал Кришну Махараджа поставить меня в расписание стать секретарем, приезжающим к Шиле Прабхупаде на месяц октябрь. 1970, И это одна из таких вещей, которые Шила Прабхупада узаконил, когда он основал GBC в 1971 году. That he would have a Что у него будет постоянный секретарь, And then he would have any GBC. They could book in for one month, and they could come and travel with Provalpart. И что любой из GBC может приехать, и он будет таким путешествующим секретарем, и может путешествовать течение месяца с Шилепровалпартом. And learn how to manage the society И ему позволялось управлять uh, и видеть управление обществом, и таким образом очиститься. So I made that. И в тот момент Тамал Кришна Махараджи был постоянным секретарем, и я подал свою заявку на октябрь, что я приеду в октябре и останусь на месяц вместе с Шилой Прабхупадой. Я вернулся в Австралию. 29 сентября я прилетел в Бомбей. that was to take up my one month visiting gbc secretary juicy чтобы начать свою uh, обязанность странствующего uh, uh, секретаря gbc and proper had been back about 2 or 3 weeks after his last trip overseas to london я э шло пропада в тот момент uh, находился uh, там после своего последнего долгого путешествия И Шилапраупада оставался в Бомбее и ждал того момента, когда они смогут открыть храм на Джуху. Но все же оставалось еще пару месяцев, прежде чем они бы открыли храм. Я приехал очень рано утром, в районе трех часов. Немножко отдохнул, помылся, и в районе пяти или шести я пришел увидеться с Шилой Прабхупадой. И я был в шоке, увидев его физическое состояние. Тело Шилы Прабхупады в буквальном смысле было просто кожа и кости. Помогите, помогите. Prabhu, Prabhu, помогите, yeah. oh, just <coughs> I'll just finish it off. Um, anyway, so um, in the evening, the same evening. In the evening? Sorry. The same evening. Prabhupada called all the senior men into his room. Шилапраупада призвал всех своих старших учеников в свою комнату. И он спросил каждого из нас, что мы думаем, оставаться ему в Бомбее или ему все же стоит уехать во Вриндаван. Каждый из нас высказал свое мнение, и после чего мы голосовали. Мы все, кроме Гопал Кришны, проголосовали за то, чтобы Шила Праупада поехала обратно во Вриндаван. И когда они будут готовы к открытию храма, мы вернемся обратно в Бомбей. это было в тот же вечер, в и в тот же вечер Тамал Кришна Махарадж отправил меня в Дели with the to set up rooms in for his чтобы подготовить комнаты Шилы Праупаде во Вриндаване к его прибытию. Это то, что мы сделали. Мы купили большую кровать, которую вы сейчас можете видеть в комнате Шилы Праупады. And then on the Prabhupada arrived by train from Bombay И 2 туда, So the events that occurred in that last month, I was keeping a separate handwritten diary. И, uh, те события которые произошли в течение этого месяца я отдельный дневник вел. was also keeping a diary. Тамал Кришна Махарадж, у него также был дневник этих дней. That, uh, Мне кажется, что Бхактичару с вами также записывал все происходящее. И в конце октября я вернулся к исполнению своих обязанностей в Австралии.

Не хочу задерживать вас дольше от вашего вкушения просада. Киртан? kirtan Он спросил. Right. Шрута Кирти Прабу, lot, а lot Прабу хочет уйти. So можно we... упаковать ему просад. Can we pack some for... No. We'd like to thank him very much for his wonderful memories of да. мы поблагодарим okay. его за то, что он пришел. Большое спасибо, Кришна. Yeah, yeah. Надеюсь, увидеться с тобой завтра. Пойдем yeah. к Нарасимхадеву, да? Mm -hmm. all right so we'll finish at that point uh, may i add its 500 rupee donation can Thank i you. say well uh, maybe we can set up a table somewhere i can put the books and mm -hmm. if anybody wants to buy one they can get one yeah can i just bring a table here are you comfortable anywhere you like it's okay are you comfortable there Окей. Yeah, okay. uh, можно, пожалуйста, столик принести, перед ним поставить, и он книжечки возьмет. Thank нет, you. нет, нет. Ему неудобно. Нужен стол повыше. Он хочет давать книги и хочет отдать. Он не, не против. Где, пожалуйста, там у нас сзади же он, uh, есть столик. So Принесите столик, пожалуйста. Much.